Вот сегодня еще хочу видео немножко снять. Плюс велопробег у нас в 11 часов начинается. Приветствую. Вот. Вот сколько народу у нас идет в Седове, Тиман. Добрый день, дорогие жители, уважаемые гости, любители здорового образа жизни. Мы рады приветствовать вас на праздновании 88-летия со дня образования. Я пока просто вначале поучаствую. Сегодня второй раз у нас стартует велопробег. Сегодня он называется «Через Седой Тиман», приуроченный ко дню образования района и году экологии в России. Желание пройти экстремальный маршрут изъявили жители Сыктывкара и Ускулонского района. Велосипедистов ждут ландшафтные объекты, лесные тропинки, затяжные тягуны, пересечение реки вброд. По маршруту туристы посетят Широёльский, Осывожский карьер, Жежемский, Шарьякский. Это своего рода экологические памятники, по которым возможно понять, как жила наша земля сотни тысяч лет назад. Для участников будут проведены экскурсии по этим объектам. Давайте поприветствуем велосипедистов аплодисментами. А я буду читерить. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену с приветственным словом одного из организаторов велопробега, члена Совета Федерации от Республики Коми Шитохина Дмитрия Александровича. Провести этот праздник, провести вместе с нами. Второй год Усть-Куломское землячество в городе Сыктывкаре и администрация района проводит велопробег. Цель одна – это популяризация туристических объектов, которые есть на территории нашего замечательного района. И как уже Александр говорил, все достаточно будет интересно, и культурные объекты, и археологические, и какой-то колорит местный. Поэтому в какой-то мере я завидую вам, к сожалению, в этот раз я не еду с вами. Поэтому желаю, чтобы у вас все получилось, и велопробег удался. К сожалению, подготовка нашего пробега была омрачена событием, вы все его знаете. С нами не стало Раисы Шаховой, это идейный вдохновитель этого мероприятия, особенно тот, кто был в прошлом году. Конечно, вы помните ее. Наверное, было бы правильно, если мы сейчас минуту молчания почтим в ее честь. В сердцах и, наверное, подтверждение этого надпись на ваших футболочках. Но жизнь продолжается, поэтому любите спорт, занимайтесь отдыхом, любите Усть-Куломский район. Ну и у нас еще один участник велопробега появляется. Это Рубан Сергей Владимирович. Я попрошу его на сцену. Велосипед. Да, он говорит постепенный участник. Но пока Сергей Владимирович организатор, но мы очень рассчитываем, что он станет и участником. Сергей Владимирович, я один раз попробовал, пора и вам. Поэтому мы вам пока авансом вручаем сертификат участника. И таким же авансом вручаем футболочку. Кредитом, да? Ну и в завершение я скажу несколько слов благодарности еще раз администрации района, очень большую организацию проводят они, компания «Музыкальный мир» и сеть их радиотрансляции, это радио «Ретро», радио «Лав», радиодача, которые транслировали ролики. Компания «БМКоми» очень сильно помогала, «Коми-Информ», поэтому этим общим делом я думаю, что все должно у нас получиться. Итак, в путь, удачи! Спасибо, Дмитрий Александрович! И также в рамках спортивного марафона третий год подряд будут проходить первенство по легкой атлетике, посвященное дню района «Малое кольцо». Участники пробегут маршрут в 5430 метров и определят сильнейших спортсменов в 8 возрастных категориях. И я приглашаю с приветственными и напутственными словами к этому микрофону руководителя администрации муниципального района Усть-Куломский Рубана Сергея Владимировича. Поприветствуем! Добрый день, дорогие друзья, дорогие спортсмены. Спасибо, Дмитрий Александрович, за приглашение на следующий год принять участие в велопробеге. Я, конечно, посмотрел на размер футболки и понял, что у меня впереди очень тяжелый год, чтобы привести себе форму и влезть в эту футболку с тем, чтобы вместе с вами покорять вершины уже, наверное, не только Седого Тимана, но и других замечательных мест Усть-Куломского района. Я выражаю огромную благодарность всем организаторам, в первую очередь это Усть-Куломское землячество в городе Сыктывкаре,
Конечно же, присоединяюсь к тем словам, которые были сказаны в честь Раисы Шаховой. Это был замечательный, яркий, открытый человек, настоящий огонек, которого нам очень будет не хватать. Что касается традиции, очень здорово, что действительно стало традицией проведения таких велопробегов. Мы сегодня стартуем одновременно и по Большому кольцу, скажем, да, в сторону Кимана, и у нас будет небольшое для любителей кольцо, малое кольцо усть-куломское. Поэтому такие мероприятия мы проводили на День молодежи, и надеюсь, что вот эти традиции нам будут продолжаться, потому что спорт в районе развивается очень-очень хорошо. Сегодня мы на видных ролях в Республике Коми. Пусть будет так всегда. С днем рождения, усть-куломский район! Удачной, легкой вам дороги, хорошей погоды. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Дорогие друзья, я с удовольствием хочу озвучить гостей нашего спортивного мероприятия. Я не мог это не озвучить. Это Попов Константин Александрович, город Сыктывкар, мастер спорта России по лыжным гонкам, биатлону. Аплодисменты. Гости из Кайгородского района, Новоселов Валерий Викторович. Это один из самых возрастных участников. Не менее звездные участники нашего района. Тарабукин Алексей Михайлович, президент Федерации лыжных гонок Усть-Куломского района. Постоянный участник. Пименов Александр Изосимович, мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Улишов Алексей Александрович, мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Шомыса Виталий Борисович, мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Нестеров Федор, мастер спорта России по лыжным гонкам. Мамонтов Александр, кандидат мастера спорта. Шомысов Василий, кандидат мастера спорта. Емшарин Иван Юрьевич, кандидат мастера спорта. И кроме этого, ребята, те, кто еще не заслужил звание, но к этому бегут. Я еще хочу, вот стритбол у нас закончился, там еще два именитых у нас спортсмена. Швецов Вадим Викторович, он где-то здесь, нет? Играет, да? Отдыхает. Он стал олимпийским чемпионом по баскетболу в этом году и признан лучшим игроком чемпионата Европы 2017 года возрастной категории 55+. Он, наверное, зачем? Спиной к солнцу. После старта велопробега участники Малого кольца лицом к солнцу встают и стартуют в другую сторону. Всем добрый путь! Так, ладно, всем пока!